Зрители, это новая серия по моему твинку, и сегодня мы поднимем немножко трофей, потому что в прошлом ролике мы с вами прокачали такие карты, как гигант, спарки и стрелы. И я еще также прокачал разряд. Теперь я смогу спокойно этой прокачкой дойти до 3800 и даже до 4000 кубков, но даже если мне что-то в магазине попадется в сундуке фортуны из моей деки, я в любом случае открытие пропускать не буду, однозначно оно будет. Если, ребята, вам нравится развитие моих новых аккаунтов, а я каждый сезон создаю новые аккаунты, прокачиваю разные колоды и дохожу до 5000 кубков. Ну, стараюсь. Прошлый проект у меня так не получилось сделать. Но я стараюсь в основном доходить до 4000 плюс. В основном отметка будет 5к, если будем брать нормальные колоды. И в конце достижения этой цели я аккаунт разыгрываю среди своих подписчиков. Фуловый аккаунт, причем я его прокачаю и дарю вам. Поэтому, если вам нравятся такие проекты ежемесячно, подпишись прямо сейчас, поставь лайк и на колокольчик нажимай, потому что, чтобы вдруг ты не пропустил мой новый ролик или мой новый стрим. Итак, друзья, я обещал, что если ролик там залайкаете, я задоначу на эмодзи. Поэтому, ну, 5000 лайков набралось, я считаю, что это хорошо. Когда 5000 лайков набирается, это для меня норма, стандарт. Спасибо вам всем, кто ставите лайки. Это очень сильно, ребят, мотивирует записывать видео. Значит, ну что ж, 20 баксов я куплю только один пак, потому что мне еще на конкурс нужно будет потратиться. Так как финансы у меня сейчас на данный момент ограничены, поэтому буду покупать только один пак, 20 баксов. Поехали. И заодно сейчас откроем сундук, получим легу и еще 100 тысяч золота. Остальные паки мне, в принципе, не нужны. Давайте трех мушкетов возьмем. Ох, блин, свиньи или... Ну, я возьму гиганта. Колдун. Так. Разряд. 249 штук. Так. Торнадо возьмем. Так. Эх, блин, эпики не те, что надо. Ну, лего. Спарки. Блин, спарки. Ну. Угу. Ну, возьмем этого, королевского призрака. Воу, новые эмоции и плюс 100 тысяч золота. Прекрасненько, отлично. Так, ну что, цель нашего ролика не задонатить и открытие сундуков, да? А цель нашего ролика это подняться в глобале. Поехали, друзья. 12-я арена все ближе и ближе, и я думаю, что в следующем ролике мы с вами туда зайдем. Возможно, даже на стриме, либо на видос, я не знаю. Напишите в комментариях, как вам лучше. Так. Гиганта в начале нету, поэтому не знаю, что... Ау. Так, интересно. Сейчас сольем пеку и потом смогу зайти с гигантом. Так, давайте летучих мышей. Блин, сейчас какой-то сплэш-юнит будет однозначно. Или три мушкетера какие-то. А нет, пламенный дракон. Здесь давайте разбойников. Вот он, сплэш-юнит. Маг, колдун. Так, даже не знаю... О, отлично, зап. Хорошо. Ну, чтобы и скелетика убить, и дракону каст сбить. Так. Ну, давайте попробуем вот так вот сделать. Я не знаю, что у него там еще за карты. Закину гиганта, заодно проверим, что у него там за карты. Так, Так, быстрей. Отлично. Шарик не долетел, но трудно долететь ему было. Ну, гром, блин, нанесет. Короче, неприятная колода против меня. Неприятная. Пека, громовержец. Уже две карты, которые дефают 50% моей деки. Ладно. Ладно, думаю, разберемся. Поехали, спарки. Так. Давайте ему такие вот смайлики пошлем. А то мы их купили и не используем. Ну, принцесски, если честно, не очень. Быстрее скелетиков. Ай-яй-яй. Фух. Но у него еще громовержец есть. У него еще есть громовержец. А, блин, пацаны, вообще жопа. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так вот сделаем. Так, бандитка, лол. Ну, я теряю башню. Теряю, скорее всего, башню. Да. Блин. Все плохо, все ужасно. Просто тихо. Подожди. Ну, мы вышку забрали у него, но... как-то он... Блин, сейчас если пеку подкинет, я не знаю, что делать. Так, давайте разбойников.
Вы понимаете просто, что у него много контры. Пламенный, Пека, я не знаю, Громовержец. Так, ну, давайте закидываем шарик. Закидываем шарик. Отлично, здесь стрелы выбрасываем. Зап не сливаем, потому что нам он понадобится против Пламенного Дракона. Остается 5 секунд. И сейчас, если шарик еще одну тычку сделает. Угу. Ну, я был рядом. Так, тихо. Не спешим. Все главное делать аккуратно. Не спеша и грамотно. Так. Ну что, нам осталось кинуть гиганта, да? Давайте вот здесь кинем гиганта. Готовим стрелы на скелетов. Скелеты 8. Гиганту надо... Давайте вот здесь закинем шар. Быстрее, быстрее, лети, 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 шарик. Еще одна тычка и... Ох, и потно было, друзья. Ох, и потно, потому что... Ну, вы сами видели, да? Сколько контры в его колоде. Пламенный дракон. Пека. Громовержец. Зап. Много карт, которые контрят спарки. Контрят гиганта. Но, тем не менее, выиграл. Так, 10 уровень снова нам подбирается. Ну, с этой прокачкой мне попроще однозначно играть. Если бы я играл с предыдущей... Вот, вчера мы открывали сундуки. Если бы я играл с этой прокачкой, то я бы, наверное, не затащил. Что тут делать? Дефать этого пятого дракона или не дефать? Ну, с Хогом, да, с Хогом надо дефать. Так, вот так. Здесь гигант. Угу. А к спарке нечего подкинуть. Зап. Так. Минус мушкетер. Замечательно. Давайте запнем. Отлично. Отлично. Все просто по таймингу. Чекайте. Эть. Прекрасно. Ай, принцесса мешает. Давайте вот такую вот принцессу ему кинем. Не, на самом деле, эмодзи прикольнее. Эмодзи. Короче, блин, смайлики, я буду их называть смайлики. Смайлики прикольные, но гоблины мне нравятся больше. Там есть приколюхи разные. Вот, они мне нравятся больше. Принцесски какие-то примитивные слишком. Ну, такое. Типа, да, что-то новенькое, но ничего особенного. А вот гоблины, ну, вот они как-то... Их там побольше... побольше эмоций. И, ну, реально, и фейспалм есть, и троллинг, и кривляние там, и флажок беленький, и штык-нож. Я его прям вообще обожаю. Ну, то есть, эти смайлы я на основной аккаунт все задонатил. А на этот, ну, блин, так, для прикола. Я, если бы не золото, я бы не донатил. Я чисто из-за золота, 100 тысяч золота, потому что, я не знаю, мне золото здесь фармить трудно. В грандах я еще не катал, хотя надо будет покатать гранды. Так, ну что, еще одна трешечка, да? Давай, спарки, выстрел. И остается 195 хп. Отлично. Ну что ж, давайте еще одну игру. И будем, в принципе, завершать. В следующем ролике я уже подниму 3800. Обязательно подпишись и не пропусти следующий выпуск, потому что он будет совсем скоро. Если ролик соберет за сутки 5000 лайков, ну, смотря в какое время, если не в позднее время, то я выпущу сразу же ролик. Если уже будет... Ну, больше 7 часов вечера, то значит на следующий день переносится видос. Ну, однозначно на следующий день уже будет 3800. Вот, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Так, давайте разбойником будем дефать. Ой-ой, подходите поближе все. Жаль, палача не задели. Так, ну сейчас убьем палача. Хорошо. Так, поехали, гигант. У нас зап, стрелы, в принципе, дефаем все, что у нас тут есть. Ать, ракета. Неплохо. Неплохо, ракета контрит нас. Но гиганта-то он оставил. Можно было бы еще летучих мышей. А давайте, почему бы можно было? Давайте и подкинем. Мы как раз бандитку задефаем. Ага. Не задефаем. Ну, бандитку пропускаем, потому что у меня дешевых карт для дефа нету. А сливать 5 эликсира, ну, только ведьмой, да? Как-то нерезонно. Охренеть, он бандиткой наносит больше урона, чем я гигантом. Вышки у меня еще слабые. Вот это, конечно, проблема небольшая. Ну, а так... Так, до ракеты ему еще... две карты. Отлично. Так, ладно. Че, давайте ведьму кинем. Все-таки сплэш урон.
Так. Пошла ведьма, хорошо. Блин! Я в шоке. Спарки скелетиков... А ну, ракета... Да, убивает, блин. Так, сейчас будем дефаться разбойниками. За быстрей. Эй, последний удар. Хорош, вообще хорош. Так. Ой, хорошо, я выбросил разбойников. Лучниц не всех уничтожили. Так, отлично. Интересно, у него уже ракета откатилась. Давайте ведьму пока поставим. Ставим пока ведьму. Здесь ставим гиганта. Я не знаю, может быть забить на деф? Че у него там за танк? Ха, элитки! Элитные варвары, окей. Спарки. Скорее всего, ракета полетит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Быстрей! Отлично. Фух, было страшно. Было немножечко страшно, друзья. Так. Вышку мы почти забрали. Так. Здесь ведьму. Сейчас пойдут элитные варвары. Как я не догадался сразу, что это элитки? Там же все есть. Ведьма, палач. Вот единственное, что нету валькирии. Ракета, рейдж, просто. Так. Стоп, а элитки 13-е, вы заметили? Я вот только сейчас увидел. 13-е элитные варвары. Земля ему пухом. Все, пацаны. Три каточки сегодня. И почти все на 3 короны, кроме последней. Я считаю, что это неплохой результат. И 3800 уже не за горами. Обязательно подписывайтесь. Блин, одной коронки. А, нет, двух коронок не хватило. Но это мы в следующем ролике добьем. Обязательно подписывайтесь. Скоро будет новая арена. Возможно, даже новое открытие сундуков. Нажимайте на лайк, на колокольчик. Подписывайтесь не только на мой канал, а подписывайтесь на мой ВК. Добавляйте меня в друзья. На мой паблик. В инстаграм мой. У меня еще есть каналы. В описании вы найдете все ссылочки полезные. Подписывайтесь на все мои соцсети. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам удачи, хорошего настроения. До скорых встреч. Всем пока. We'll be right back.